помочь. Дыну вверх, дыну вверх, дыну вверх. Везение как раз. Хорошо. Одна нога работает. Сгибание, отведение, сгибание, голь. Сгибание, отведение, сгибание, голь. Они нужны нам. Давай, 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 давай. Везение, чтобы работали. Хорош. Да. Вверх, 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 вверх. Вот так, вверх. Гигамит, да, давай раздевал. Да, хорошо. Эдгар, раздевал. Давай, давай, давай. Number three. Хорошо, ты что творишь?
Хорош, давай! Что? Давай! Я что делаю? Первым всем карточки показал. Итак, дорогие друзья, матч завершен. Со счетом 1-0 победила сборная команда России. Мы поздравляем нашу команду с победой. Поздравляем с победой вас, уважаемые наши болельщики. Мы сердечно благодарим вас за внимание и поддержку. Ура! Дай-ка Милохин, красава! Россия! 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 После перерыва мы прибавили, было 200% момента. Тогда не ёкнуло, что сейчас у нас работает с арсенбольным законом, забываешь ты забить себя. На самом деле, как-то было спокойствие какое-то, уверенность в том, что мы добьемся своего. Потому что в первом тайме достаточно уверенно мы смотрели, создавали моменты, и во втором. Я не скажу, что какие-то даже подходы, да, мне были со стороны сборной Испании, но какие-то моменты мы совсем не дали создать ничего. Закономерно, я еще раз повторюсь. Да!